сказали о решениях, принимаемых искусственным интеллектом, а какое самое сложное решение лично вам приходилось принимать? Ну, это и сложный, и простой вопрос. Естественно, самые сложные решения те, которые создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через 2 месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение. Но последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным. Это хорошо, когда вот такое развитие событий. Что же касается последних событий, ну, не буду скрывать, наверное, одно из самых сложных решений для меня и для правительства, и для президента страны. Это решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. И, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось. Это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась. Но вот это было одно из самых сложных решений и тяжелых.